Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Ничто так не влияет на звук гитары, как установленные на ней струны. В наших видео мы не раз сравнивали звучание струн разных калибров с разной обмоткой и нередко упоминали про защитное покрытие, которое способно существенно продлить им жизнь. На сегодняшний день у многих производителей можно найти серии струн с таким покрытием, но началось все с небезызвестной компании Elixir, о которой и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Готовы? Поехали! Американская компания Elixir Strings появилась на свет в 1995 году. Основная цель, которую поставили перед собой сотрудники компании, разработать гитарные струны с защитным покрытием, которое не убьет звучание, а наоборот надолго сохранит его яркость. Попытки создать такие струны предпринимались задолго до 1995 года, при этом в ход шли самые разные материалы – нейлон, полиуретан и даже редкие весьма дорогие металлы. Но успеха так и не последовало. Тогда специалисты Elixir отправились в свою лабораторию и начали исследовать свои любимые гитарные струны, чтобы выделить ключевые составляющие идеального звучания. Измерениям подвергалось абсолютно все, от частотной характеристики до продолжительности сустейна. Позже было разработано специальное устройство, которое симулировало естественный износ струн и их растяжение. После серии исследований и продолжительной работы с самыми различными материалами, которые только приходили в голову разработчикам, каждый образец струн отправлялся настоящим гитаристам, которые тестировали их износ уже в реальных условиях. Всего в таких тестах приняло участие почти 15 тысяч музыкантов. В конце концов, компания Elixir выпустила партию прототипов, которую ждал финальный тест от самого требовательного прибора на свете человеческого уха. Так появились струны из серии PolyWeb, покорившие музыкантов со всего мира. С тех пор ассортимент Elixir существенно расширился. В него входят струны для акустической гитары с обмоткой из бронзы и фосфорной бронзы, оригинальные PolyWeb и NanoWeb с ультратонким покрытием. Струны для электрогитары PolyWeb, NanoWeb и OptiWeb. Струны для бас-гитары, как электро, так и акустической, а также для мандолины и банджо. Но вне зависимости от серии и инструментов, для которых они предназначены, в их основе лежит один принцип. Тончайшее полимерное покрытие защищает струны от коррозии и грязи, не позволяя ей скапливаться между витками обмотки, и именно благодаря этому они свободно вибрируют спустя месяцы использования. Давайте послушаем, как звучат струны Elixir. Thank you.
Ну что ж, друзья, вот так звучат струны Эликсир. Рекомендую обязательно попробовать их, если никогда не делали этого, сравнить с другими производителями и обязательно составить свое мнение и выбрать самый лучший вариант для себя. Поэтому, друзья, играйте на хороших струнах, выбирайте крутые гитары и смотрите хорошие видео на канале Music Market. До встречи, пока!